На торжестве по случаю юбилея неоднократно подчеркивали, для аграрного региона банк стал главным партнером. 155 миллиардов рублей – вклад Россельхозбанка в местную экономику. 40% предприятий края, в том числе небольшие, кредитуются именно здесь. Предметом гордости руководства банка является финансирование программы «Сельская ипотека». Благодаря ей более 1000 семей региона смогли улучшить свои жилищные условия. Сегодня ваши обязательства выполняются на 100%. Вы действительно реальные помощники агропромышленного комплекса. Совместная работа дает только положительный результат. Гордится банк и стабильным коллективом. Сейчас в сети офисов регионального филиала трудятся 690 человек. Многие работают практически с момента основания. В юбилей они получили заслуженные награды. Работать приходилось, во всяком случае, первое время очень много, ну, иногда и по 10 часов работали, больше. Ну, никто нас не заставлял. Банк надежный, банк государственный. И коллектив, в котором мы работаем, ну, поддерживаем мы друг друга. 2020 был сложным для всех. Будущее за цифровизацией. Это поняли и в Россельхозбанке. На крупнейшей российской выставке банк презентовал новую экосистему – свое фермерство. В рамках экосистемы «Свое фермерство» мы запустили также площадку «Свое родное». Это площадка «Бизнес до клиента», то есть больше она ориентирована на частных клиентов. И наши фермеры, наши сельхозтоваропроизводители могут свою продукцию, свои товары размещать на этой площадке, а обычный потребитель, как вы, могут эти товары электронно заказывать. 2021 год для алтайского филиала Россельхозбанка – год перемен. «Давайте меняться вместе с нами», предлагают здесь каждому жителю и каждому предприятию региона.